Доброго времени. Меня зовут Ведьма Лана, и сегодня мы с вами поговорим о 22-м лунном дне. Это 14 мая. День очень сложный. Приготовьтесь к этому дню. Очень сложный день. В этот день все проверяется на прочность. Абсолютно все. Отношения в семье, отношения с друзьями, различные договорные обязательства и обязанности. То есть все, абсолютно все будет проверяться на прочность. Ведь символ этого дня – крокодил. Вы же понимаете, насколько серьезный символ. В этот день вам не нужно выяснять отношения, не нужно ссориться, так как выяснять отношения цивилизованным путем вам будет очень сложно. Ведь сегодня день крокодила, и вы обязательно в конечном итоге поссоритесь с тем, с кем будете выяснять отношения. Что касается дел, в этот день лучше заняться уборкой, любой, жилищем, можете навести уборку даже в собственных мыслях и в голове, то есть посвятите этот день уборке. В этот день не нужно покупать обувь, потому что она все равно вам не понравится. И в конечном итоге она будет все равно неудобной. Не нужно покупать. Что касается любви. Этот день тоже сложный для любовных отношений. В этот день повышается нервозность, раздражительность, что тоже может привести к тому, что вы просто обидите любимого человека. Вы же не хотите, чтобы любимые люди обижались. Поэтому, если вы будете готовы, то вы предпримете все необходимые защиты и не будете ссориться и выяснять отношения. Что касается здоровья, старайтесь в этот день избегать любого перенапряжения, в том числе и активного общения. Примите ванну, которая будет успокаивающая. Поберегите себя и своих близких. Сложный день. Вот такой прогноз вам приготовили звезды и силы на 14 мая.